Приветик всем! Мы снова на канале Веселая Семейка. Сегодня будет обзор детской зубной пасты. Какая же она должна быть? Конечно же, яркая, чтобы привлекать внимание малышей, чтобы они с большим желанием шли чистить зубки и, конечно же, ухаживали за ними максимально часто и сохраняя их целостность. Ведь это очень важно. Молочные зубки – залог здоровья будущих коренных зубок. Итак, такая яркая зубная паста была приобретена в США. Продается она в любых магазинах, как косметических, так и на площадке Amazon. Данная зубная паста была куплена на площадке Walmart. Паста имеет три ярких цвета. Красный, синий и белый. Три полосы. Детки очень любят быть самостоятельными. Когда они приходят в ванну, они нажимают на дозатор, и на зубную щетку выдавливается необходимое количество зубной пасты. Паста рекомендуется деткам от 2 лет и более. Имеет приятный вкус жевательной резинки. Бережно очищает молочные зубки, предупреждая появление кариеса. Упаковка весит 130 грамм. По мере расхода зубной пасты дозатор углубляется внутрь тубы. При ежедневной очистке зубов, а рекомендуется очистить более 2 раз, хватает тюбика на месяц-полтора. Ухаживайте за своими зубками, берегите их и будьте всегда здоровы. Подписывайтесь на наш канал «Веселая семейка». Пока!